обозреваем перрон самолетов. А вон он на боку, вон он пошел. Да, этот синий. 350-й Боинг. Вот, я его хотел там снять, но ничего не получилось. Машина такая хорошая. Она уже Байкал пошла. А были какой-то на посадку, наверное, идет. Надо тебе по каналу. Может быть, но я их все не увижу. Вот Белавия стоит на Минске. А, точно. Вот Белавия стоит. Короче, в посадочной зоне мы уже прибываем на Минск. Белавия, он уже грузится. Там уже он рукав прицепил. Здесь, короче, мы Домодедово, посадочная зона. Прошли госконтроль, сейчас мы... Я пока подсниму самолетики на перроне, да, вот кислонавия. Ну, еще как бы рано на загрузку самолет. Такой обзорчик небольшой сделаю. Да, вот это-то, да, вот Пакистан-авиа, он считается здоровый, это Боинг 757, вот этот вот, 757, да? Не, а он что, на взлетку пойдет, походу. Так, будет еще продолжение второй части. Аэропорта Домодедово. А видишь, где взлетка? Бусь, видишь, где взлетка? Вон там они идут, взлетают. И вон они идут как раз. Все, поняла. Вон там. Они вон там идут, вон, видишь, это пошел. Да. И Азербайджан сейчас пошел туда. Вот они все туда идут. Короче, вот такой вот обзор. Дело, конечно, он полноценный, да.